я не знаю, кто. И он так начал как-то танцевать, так дрыгать ножкой. Ну так, вот так вот, да? Это первое движение, все повторяют, да? Одно я вижу, все танцуют. Вот, вот, молодец, молодец. Нет, в розовом комбинезончике танцуй, чего стоим-то? Вот, другое дело. Вот, потом уже стали подходить другие танцоры, и посетители, и гости. Второй пришел, ну двое, и добавил движение ручкой, может быть. Давайте ручку. Сбоку. Обязательно сбоку, потому что если спереди, будет совсем другое движение. Ладно, что, вы чем танцуете? Танцуй. Да, ножкой и ручкой. Хорошо. Ну и потом понеслось, поехало, да? И две ручки, и две ножки. Да, как-то вот так вот. Yep, hey. Hey, я новый приходящий. Hey, я. Так. Hey, yeah. И, собственно, так вот получился танец. Да. И теперь, если мы все это выучили, то теперь yep. Весело и с колбасней заводим, да? Попробуем. Омалея симпала, оматерлана чесамба. Очень-очень издалека. Они с другой стороны. Они с другой стороны, которые находятся.